Ну вот и конечная точка нашего мини-путешествия, водопад Пасть Дракона. Такая очень незатейливая струечка. Вот, здесь шумит речка, какие-то трубы водопровода. Вот. Ну, в целом место достаточно интересное, стоит здесь побывать, походить. Я думаю, что летом здесь свежо. Так что всем интересных путешествий. Сначала я материлась про себя, потом вспоминала Бога, говорила: «Господи, спаси». Потом опять материлась про себя, надеюсь. Вот, ну, собственно говоря, вот что я имею. Почти на выходе чернозем под ногтями и трясущиеся коленки. А так очень интересный маршрут. Идите все с Андрюшкой, он вас повеселит. Эй! Супер, супер, да.